Однажды как-то я проснулась, в окне еще царила тьма. Но бог другой перевернулась, рукой подушку обняла. Мама в ушко мне шепнула: «Вставай, ведь утро на дворе». А я, смотря в окно, зевнула: «Как утро, темно, как в конуре». И мама с грустью мне сказала, что дымом все заволокло: «Ведь утро, и заря вставала, но все равно везде темно». Взглянув в окно, спросила маму: «Откуда столько дыма принесло?» Она смотрела вдаль на панораму, украдкой бросила: «Пожар недалеко». То был пожар огромной силы, он ел леса, поля и дичь. Дожди его не раз гасили, но с ветром он нас смог достичь. Горят леса, поля и звери, тайга под пеплом не видна, а дядя все твердит в эфире, что нам не выгодна она. Тянулись дни, затем недели, пожар тут все не утихал. Тушить его не все хотели, а кто-то снова разжигал. Дышать уже совсем не тошно, не вижу месяц белый свет. Но мама шепчет осторожно: «Терпи, пробьет нам не рассвет». Мы с мамой плачем, слезы льются, и сил остановить их нет. Когда же дядя все проснется и остановит этот бред? Тайга уже совсем сгорела, сгорели звери и леса, и я на это все смотрела, а по щеке текла слеза. Thank you.
Thank you.